А уже сегодня в обед неспокойно было на мемориале 411-й батареи. Активисты собрались возле скандально известного Доктауна с требованием прекратить строительство. Это уже четвертый визит общественников, но от предыдущих он кардинально отличался. На этот раз недовольные строительством явились в костюмированных шляпах и с бенгальскими огнями. А сносить забор пытались бульдозером. Все это видела моя коллега Светлана Довжук. Бульдозер-пати. Так активисты анонсировали акцию протеста на 411-й батареи в Фейсбуке. В полной готовности полиция и журналисты долго выглядывали разъяренных активистов с кувалдами, битами и на бульдозере. И вскоре появился он. Грозная желтая машина, готовая снести любую крепость, в том числе и Доктауна 411-й батареи. Таким образом, активисты продемонстрировали, что к любой акции протеста можно подойти с юмором. Я понимаю, что вы все ждете бульдозер, собственно, для этого пришли сюда, стоите в грязи. Ну, сейчас вам будет бульдозер. Сейчас вам будет бульдозер, вот. Бульдозер. Сейчас будем сносить забор. Поехали, ребята. Поехали. Вперед. Кто обещал ложиться под бульдозер? По сути дела, нет отвода земли. Это земля ничья. Вот этот кусок, там еще 10 гектар. Если сейчас позволить здесь поставить забор, ну, это выглядит как захват территории. Дальше этот парк просто превратится в какой-то маленький скверик, натыканный аттракционами, ресторанами. Противники Доктауна на территории парковой зоны на 411-й батарее продолжают собирать подписи против строительства. Они считают, что для скромного проекта отведен слишком большой участок земли. Напомню, проект Доктаун стал победителем общественного бюджета и призван решить проблему выгула и дрессировки собак в Киевском районе. Но активисты убеждены, что на строительство нет разрешительных документов и существует угроза дальнейшей застройки парка.